городском округе Химки провели акцию в рамках регионального пилотного проекта «Пусть у каждого ребенка будет автокресло». Жители безвозмездно сдают детское кресло, а другие берут в аренду. Сегодня здесь, на базе «Мегахимки», уже во второй раз Союз по безопасности дорожного движения Московской области при поддержке наших партнеров. Это «Мега», «Госавтоинспекция Московской области», неравнодушные граждане и предприниматели. Мы уже во второй раз выдаем бесплатно автокресло. Мы надеемся, что у каждого автокресла будет вторая и третья жизнь. Химчанам вручили автокресло и напомнили о важности их применения в перевозке детей. Это не просто удобно, но в первую очередь необходимо для сохранения жизни и здоровья малышей. Спасибо большое за такую замечательную идею, как благотворительность кресел. Это очень важно для многих людей, особенно детей. При оформлении детского кресла в бесплатную аренду нужны свидетельство о рождении ребенка или паспорт с отметкой о детях, свидетельство о регистрации транспортного средства или аккаунт каршеринга, водительское удостоверение и полис ОСАГО. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.